За председателем своего совета уже послали. Через 2 или 3 будет здесь. Так что пошевелись, постригись и своим ходом прямо в свой совет. Кушать хочешь? Почему не хочешь? Видишь, кушать не хочешь. Пошел. Не сможешь? На буксире потащим. А не пойдешь, клянусь папой, на носилки понесем. Черт глупый, утащили все куличи. Хорошо, что у нас все замки одинаковые. Бабуся! Да, дорогой? Я не хочу жениться. Ты должен жениться, мой внучек. Бабуля, бабуленька, посуди сама. Если бы я женился на всех натуршить, то я умер бы. Ты должен жениться. Ну не насильно же. Так хоть в деревне останешься. Ты же у меня единственный. И девочка хорошая, и имя Зумруд, и сама как Зумруд. Богатая, знатная и очень боевая девочка. Я ее не трогал. Клянусь тобой, и пальцем не трогал. Народ все видит и всегда все знает. Знаешь что? Все, хватит. Не могу больше есть твою долму. А что ты хочешь? Рыбу хочу, встань. Что? Рыбу. Что? Рыбу. Bir nabaya vaziyar ister gönül Lale de beyin gülden güzel Bir nübahar ister gönül Baba yarım görmeyince Sevmeren bir dilberin Nazemin mehvanına dedik Öster şehir Baba yarım Зачем ты приехал в деревню? Как зачем? На каникулы к бабушке. Смотри, какой хороший парень, а? Любишь, значит, бабушку. А нас нет. Мы не нравимся. Не подходим, да? Изумруд тоже тебе не нравится. Девушку ему дают красивую, как молоко невинную, и семья хорошая, и приданные богатые, и деревня хорошая, а он ломается. Так что ли? А может быть, приданного мало даем? Вертолет хочешь? Вертолет не хочу. Суд хочу.
народный. За насилие над личностью. Уголовная ответственность, между прочим. Вы на него посмотрите. Слыхали? Я с ним добром, а он меня судом грозится. А что на это скажешь? Ничего. Это моя дипломная работа. Оставьте нас. Опозорил девушку. Осрамил шесть семьи. Перевел всю глину в деревне. А теперь говоришь, что моя внучка, внучка самого Агачи, твоя дипломная работа? Да. Что? Убью или жену? И вы, ты насилие. Увидим. Когда я эту вещь прокурору покажу. Приведите Сахину. Скажи правду, тебе били? Нет. Ты что там чепчешь, женщина? Что-то я тебя не понимаю, Сакина. То за, то против женитьбы. Скажи спасибо, что ты мне в дедушке годишься. Вон из моего дома, профессор. Забери этот позор. Mm-hmm.
Извините, это колхозное имущество. Пирог возьми. А! Нормально, поехали. Thank you.